В этой ситуации, которую пытаются напрягать, помимо того, что я уже сказал, в последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить, не делайте этого. Не надо играть с огнем. Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Я как президент и главнокомандующий хочу сказать, что они, те, кто это делают, те, кто троллят сегодня, угрожают семьям, до детей дошли военнослужащие, они просто не понимают, что может произойти. Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться? Пожалуйста, ну давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу. Не трогайте ни в чем не повинных людей.